Вот такой вот трэш на Каде, в районе Колтушей. Ничего не видно. Судя по запаху, что-то горит. То ли помойка, то ли фиг его знает. Движемся со скоростью 10 км в час. На аварийке. Короче, пипец. Такое ощущение, как будто апокалипсис. Да. То ли земля горит под нами, то ли асфальт настолько свеж и горяч, как будто его только-только прям положили работники, ремонтники, что не видно ни хрена. Вообще ни хрена не видно и непонятно, куда едешь. О, да будет свет, сказал монтёр. Короче, надо что-то что, опять что ли? Ёкарный бабай, опять какая-то дымка. Слава богу, проехали. Спасибо всем. Будьте аккуратнее на дорогах. Всем пока.